Тихонов. Может бросить Андрей, но пока тут все направления перекрыты, и здесь как по нотам комбинация разыграна. Соперник и хороший ли трафик под воротами. Вот попытка перевести шайбу туда, и сразу рикошет, сразу как поинтереснее становится, сориентировался Кореев. Жди на то, что долетит шайба до партнера, она не долетела, но по-прежнему под контролем уфимцев. И вот сейчас было здорово. Кипом он был по площадке. А здесь еще и не просто здорово отборолись в зоне атаки. Трансляции, обращая внимание на его боевитость, на его скорость, на его мобильность и на его какой-то совершенно неукротимый бойцовский дух. Ну и чуйка тоже. На синей линии, тут Дроздов слева. Науменков. Ох, вот этот Бочаров сейчас дал, конечно. Попытка вычертить диагональ от Кадолы на пятак. И вот еще шанс у Рашевского. А следом шанс у Уилла. А дальше фокус с исчезающей шайбой от Кореева. Его ловушка быстро, а главное надежно. Но в третьем периоде получается, да, для него такие достаточно нагрузочное время. Тикины там! Тачдаун! Заносит его Банников. Доел эпизод там с 7 сантиметров. Завел эту шайбу в ворота. Тимкин, каков, просто Коновалова прострелил. Аймурзин. Вот так вроде бы и скорость потерял, но при этом Аймурзин тоже прекрасно знал, что он собирается делать. Начинается мастерство, красота и все, что вы сможете придумать. Джордан Вилл, отменили его шайбу в основное время и в дополнительное тоже. Но тут уже лично Корея. Ефремов. Выбирает на неудобную, но вот здесь как раз Кореев очень здорово играет ловушкой, цепляет эту шайбу, не пуская ее в ворот.